К сожалению, такими подъемниками все лестницы в городе не оборудовать. А вот пандусы в общественных местах должны быть в обязательном порядке. Сотрудники прокуратуры регулярно проводят рейды и проверяют соблюдение требований законодательства по доступности зданий для маломобильных групп населения. Согласно строительным нормам и правилам, в здание общественного пользования инвалидам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. В частности, для колясочников необходимо оборудовать пандусы. Установлены они должны быть за счет собственников помещений. Здравствуйте. С прокуратуры Калининского района. Наличие пандусов проверяем в общественных местах на доступность маломобильных групп населения. То есть инвалиды. Сейчас вот выявили, у вас нету пандусов. У нас нет, у нас сделали, потому что ремонт идет сейчас после ремонта. Собственник помещения вместо пандуса на входе может установить и кнопку вызова. Если же нет ни того, ни другого, владелец будет привлечен к административной ответственности. По результатам данных проверок мы выносим представление об устранении нарушений действия законодательства, то есть просим руководство, администрацию здания или места, в котором мы выявили отсутствие пандуса, устранить нарушение, то есть установить пандус либо кнопку вызова. По результатам данного рассмотрения представления собственник обязан устранить эти нарушения. В случае же, если в длительное время он не устраняет выявленные нарушения, мы уже выходим в суд с исковым заявлением. В ходе рейда мы обратили внимание, что пандусов в нашем городе установлено немало. Однако большинство из них оставляют желать лучшего. С жалобами на качество пандусов или их отсутствие граждане могут обращаться в районную или городскую прокуратуру. Марина Рябцева, Расиль Мухаметов, Республика.